сюда, туда руками. Так, негусиаду де титулус. Солида. Вот, кстати, вся информация здесь. Можете посмотреть по QR-коду. Если вдруг интересно будет, сейчас подробности вот расскажу. В основном работаю с 9 до 2. Даже фонтанчик есть, кофе. Так все красиво. Тут всякая информация, значит, донорство, гид по для студентов. Интересно. Всякие разные вещи. А, вот, кстати, больше 50 килограмм быть старше 18 лет. Но это так же, как у нас, и там на всякие болезни проверяют. Я бы тоже хотела быть донором, но, наверное, не получится с моим давлением каждый раз супадническим. Боже, сколько кактусов! Студенты нам идут. В общем, добро пожаловать. Наше первое посещение университета наш с вами. Не знаю, сейчас получится себя заснять на этом фоне, потому что ветер дует. Камера обычно, это не камера, а... Среди леса сидит с компьютером. Где у меня тут микрофон? Я вот не помню, где его заградить. Эскола политехника. Ну, здесь прям очень много по-валисийски. Все написано. Музео де ла Университат де Алакант. Музео де ла Университат де Алаканте. Вот. И какие красивые конкурсы. Сколько всяких разновидности. В общем, все в интернете читать. Я думала, сейчас мне что-нибудь подскажут интересное, а там все зависит, оказывается, от вашего уже полученного титула. Да, ой, вообще офигенно. Целая арка выросла из кактуса. Тяжелая. Она колючая, нет? Нет. Нет? Офигеть. Как цветы. Наверное, цветы какие-то у него такие. Это нальгуава, что ли? Самая такая как раз, из которой текилу делают. Или нет? Или гуава более такая колючая? Ой, как тут спокойно прям. МГУ напоминает. В Мексике. На английском ребята ходят, говорят. В общем, зависит обучение. Переверну сейчас на себя. Взяла я сегодня показать просто в пример. Думаю, а то, может быть, сейчас как начнут спрашивать, и будет непонятно. Взяла я с собой этот диплом, перевод, взяла все справки, огроменную справку, которую сказали, что что-то там продалось. Вот, взяла с собой справку я. Говорили, в общем, испанцы, еще в каком я ее готовила. В 18 году заказывала в Саратове у себя в университете, что нужна для Испании. Справка очень часто всех научных этих книг, все учебные какие-то вот эти пособия, почему занимались вы все эти 5 лет. В общем, я ее подготовила, я их спрашиваю, они говорят, нет, нет такого. А я ее готовила около месяца. И, в общем, вся информация есть. Ну, сейчас ветер меня задует однозначно. Горные, да? Рокас. Горные породы. Породы камней. Санта-Пола, Аликанте. Вон из города Санта-Пола здесь, недалеко от нас. Мрамора здесь очень много. Прям вон что-то блестит, как мрамор. Покажу, что из них делают, я так поняла, да? Не знаю, не факт. Или нет, не факт. Ну, это вообще, конечно. Ну, сними там что-нибудь. Ух ты! Ой, она чуть липучая какая. А, ну это, кстати, для архитекторов, для инженеров необходимо. Вот она сейчас показывала, что кто хочет на архитектора или инженера, да, им придется сначала амалогировать диплом, потом только идти на мастера. А некоторым видам юристов тоже, а некоторым видам юристов даже не надо амалогировать дипломы. Некоторым даже не надо сдавать экзамен ДЭЛИ. Я что-то вообще
прифигела. Такого я еще ни разу не слышала. Я думала, все должны сдавать дейли на B2 минимум, чтобы учиться в университете, тем более на магистратуре. Прям сияй. Слушай, ты, я знаю, это вот я недавно видела. Да ладно. Что-то прям из него делают эти какие-то там. Да ты че? Прям, да, мелко-мелко его дробят и в косметику добавляют. Как называется? Селенитико. Думал, селен. Селенит. Не селен, а этот. Селенсия. Ой, какой красивый. У них тут возраст, оказывается, еще указано. Палеозой, вон я сейчас нашла. А этот я не глянула. Еще раз подойду. Мезозой, я думаю. Неосену супериор. Старшие какие-то возраст. Мессиньенсы. Кордиера Бетика. Кордиера — это горы, цепь горная. Кажется. Блин, сейчас все проходим тоже. Географическое на курсах после политики, после всего. Палеозой. Такой вот. Мисаис кисто. Я в шоке. Да, почему? Плеостоцено. Да. Что, можно тут ходить? Это, наверное, не то, что у нас. Да. Ты чем они сюда доставляли? Ты так удивляешься. А у нас из этого гранитные камни делают. Для этих. Как они? Прикамбрику. Архаику. Что за возраст такой? Архаику. Перидотита. Короче, в Малаге добывается эстепона. Эстепона степь, что ли? Доломит. Ну, вот эту, кстати, у нас есть в горах Кавказа. Мы тогда, по-моему, с тобой экскурсию брали. Так. Мурсия. Кретатику супериор. Коньясенсе Сантоньенсе. Батюшки, вот это название. Короче, ладно. Что там у нас кучило с камнями? Я больше ботаник, чем географ. Не, я географ тоже хороший. Палеозой. Вот я знаю палеозой. Метагранито. Ого. Вот он, гранит. Гранито. Метагранито. Для этих сейчас вся ситуация. Ну, сами виноваты. Нифиг эти военкоматы. Бежать любыми путями. Их спасаться. Так, Калиса эстроматолитика. Санта-Поло опять. В общем, система тут такая. Вы покупаете кредиты. Сколько нужно, например, для получения мастера в какой-то степени, в какой-то там сфере, на каком-то факультете, у всех все по-разному. Кому-то 40 кредитов, кому-то 60 кредитов. Стоимость одного кредита тоже зависит от цены самого факультета. Есть, вон я сейчас видела, за 12,40 один кредит, а есть стоимость кредита одного 35 евро. Она повышается, если вы с первого раза не сдаете экзамен, то этот кредит уже стоит дороже. Вот, и получается, как она сказала, мы, говорит, вам не можем сейчас ничего сказать, мы, говорит, вам сейчас на электронку все пошлем, и вы дома посмотрите, какие вас факультеты интересуют, и для каких этих отраслей и специальностей что необходимо, сколько это стоит, тоже только там можно посмотреть, нужно амалогировать диплом. Я, скорее всего, такие не буду выбирать, которые надо амалогировать. А надо ли сдавать дейли B2 или не надо, тоже это все потом. Однозначно везде надо не ЕДНИ, то есть резиденция. Или, например, это НИЕ можно оформить, кто приезжает по студенческой визе, и потом себе на основании студенческой визы оформляет резиденцию, вид на жительство ВНЖ, то бишь НИЕ. Номер...
Numero de identificat de extranjeros не я. Вот, это коротко. Идентидат. Вот она шла там. Опять да? Я вчера про это снимала. Она шла. Я вообще бегаю, шла, обошла нас и снова пошла по траектории прямой. Я специально повернулась, думала, наверное, дорога вот так вот туда идет. Нет, опять! Я только вчера про это сняла. Я в шоке. Вот шла по правой стороне. Надо было нас обогнуть по левой, чтобы опять вырулить в правую. Ну что за люди, я не понимаю. Я не знаю, что тебя на меня это повело. Такси прям внутри ездит вообще. Мы вообще куда с тобой движемся? Мы к выходу или к другому? Вообще интересно тут, конечно. Просто я уже заплутала. Очень много разных этих, как они, факультетов, корпусов, огромное количество зданий. Они мне целую карту выдали. Юрия Гагарина. Я уже засняла. Так, вот я и добралась до университета Аликанте. Вон она, эта рука. Вот Гагарин, Юрий. Я офигеваю. Да ладно. Привет Саратову. Место приземления первого человека в космосе на Землю. Там лежат, просто загорают на февральском солнышке. Да, кто-то круглый, кто-то прям такой полукруглый, кто-то красный, кто-то белый, кто-то как в Америке. Но в основном все такое немногоэтажное. Я помню, сколько у нас было этажей. 6-7, что ли. Философия, да? Да. Ага. В общем, они сказали то, что в некоторых даже юридических отраслях, в общем, не нужно сдавать вот эти экзамены. Как это так? Ведь это же все равно в юридической отрасли, это все ораторство. То есть нужно такой, видать, уровень понимания. Это же они компрессион тоже должны понимать, насколько человек понимает. Хотя я не знаю, конечно, какие здесь лекции проходят. Но говорят, что проходят. Ну, ты заранее должен к ним уже быть готов и заведомо читать уже то, что тебе расскажет преподаватель. Здесь никто под запись, как у нас, лекции не читает, когда у тебя потом вот здесь вот шишка на пальце на среднем. Ромашки февраля уже у нас. Ну, короче, конечно, с нашими студентами не сравнить. Все такие на расслабоне. У нас все, помню, это в мое время. А сейчас, может быть, в Москве, конечно, тоже все так ходят. Но давайте не будем сравнивать Саратов и Москву. Ладно, в очередной раз просто я это сделаю дисклеймер. У нас все были такие чекули-текульные все. Все такие блатные, разблатные, все наряженные на каблучках, все в платьях. Ну, по-разному бывало, конечно, и в кедах придем, там и это, и в спортивке. Но часто старались как-то из, блин, и с ногтями, с кеглями, с такими тонкие, забыла, стилеты. Там у нас была девушка всегда в платьях, в норковых шубах, на каблуках, даже в гололед. Очень интересный, в общем, пообщались с этими девушками. Две женщины было, девушки-женщины. Очень спокойный голос, вообще такие не торопят, все так спокойно рассказывают. Мы, говорит, вам все пришлем. Если будут вопросы, вы тоже можете сюда, хотите, приезжайте, но, в принципе, говорит, вы можете к нам также все вопросы обратиться. Да. Вопросы обратиться можете по это все по электронке, все вопросы задать, если что-то непонятно. Вот. Про информатику тоже там все разное. В основном у кого как-то мозги работают в сторону интровертности, там не особо нужен язык. То есть главное понимать, что там ты делаешь. О, экономика. Факультет наук, экономики и импресариалис. Это предпринимательство. Библиотека, Салон де Градос, Департаменту анализис экономико аппликадо, экономия аппликадо и политика экономика. О, ну, все наши темы были. Маркетинг. А, она сказала, у них маркетинга нету именно по мастеру. А почему нету? Кто-то у меня здесь учился, я помню, я точно смотрела. Департаменту фундаментус де анализис экономико.
А у нас есть семинариус, занятия, короче, здесь кабинеты для семинаров и для классов. Организация. Так, кто там у них? Чья голова? Я уже Юрия. Юрочку я сняла. Юра, мы все просрали. Юра, какая жопа, знал бы ты, что у нас натворил один Владимир. Факультат de Departamentos de Ciencias Económicas y Empresariales. Ну, то же самое, в общем. А что это такое? Вон, 87-й, 1987. Я, наверное, образовался тогда. А это, наверное... Интересно, у нас там кофе или сказка? Кофе на Дамбл. Уже профукали. Я видела, где он был. Ой, там мост какой-то. Первый этаж, это второй, нижний, и в подвале, что ли? А у нас информатика в подвале. Ой, вот эта тема интересная. А, с 6 марта по 3 апреля курс специализированной иммиграции и человеческие права и контроль над границей в Европейском Союзе. Перевожу вам. Титуляр де ла катедра Жан Монет де ла комиссион Европея. Европейская комиссия по правам человека, что ли, или что? Опа, вот про войну. Уже год. Какой кошмар. Да, 28 февраля будет что-то об этом говорить. Слушай, мне такое ощущение, что вот это про налоги. Трибутасьон. Агенция Трибутарии, это налоговая. Здесь. Можно читать. Кто? Применительная какая-то экономика. Так, и тут MBA вот есть даже. Администрацион и дирекцион де импресас. Ведение и администрирование предпринимательства. Ну, бизнеса. Кто уже мастера защитил? Или я не помню. Ну, здесь, наверное, после мастера идут в PhD. Анализ статистический, методы. Что-то когда-то проходили, тоже было интересно. Из всего говна, что нам про налоги рассказывали, особенно налоги российские, особенно на что они идут, особенно про пенсии, прям ржака. Тоже кофе наш любимый тут есть, этот от фирмы Тейка. Есть еще уходящие. Три этажа. Еще один и еще один сверху. Внутри ездить, короче. Вот здесь окошко. Там сидела женщина, типа как у нас. Так, это что такое? Эксперты в рынках и, ну, торговля на бирже, короче. Больше это что-то типа биржи. Экономические названия. Больше это не сумка. В общем, и в этом окошке сидела женщина. Я думала, сейчас она нас это спросит. Типа, давайте какие-нибудь пропуска, чтобы зайти внутрь. Ничего подобного. Вообще, спокойно зашли. Кофе попили, посмотрели, где библиотека. Я, конечно, в шоке от того, насколько вообще все по-другому. У нас были девчонки, мои подруги, которые каждый день мимо проходили, здоровались, их знали в лицо по имени. Те, которые сидели вот так на входе и проверяли студентов. И подруга один раз забыла студенческий с собой взять. Сумку, что ли, переложили или что? А зачетки с собой не было, и ее не пустили. Ей пришлось домой ездить. Потому что забыла с собой студенческий. Все, до свидания, не пройдешь. Здесь вообще как-то, я вообще в шоке, как здесь она. Тут так что-то спокойно, так тихо. Может быть, это, конечно, еще действуют мои транквилизаторы, антидепрессанты. Я не знаю, но правда очень странно. Апельсины вон висят, офигеть, сейчас покажу. Апельсины висят рядом с кактусом с этим. Вот такой университет здесь.
Здесь даже просто прийти погулять красиво. Вон ромашки в газоне, фикусы. А, это не фикус, по-моему. Листья какие-то другие. Вот. Интересно, у нас прогулка получилась. Вон опять апельсиновые деревни. Деревня, деревья. Что там? Наступающие. Ух ты! Может, занятия нет, может, занятия какие-то проходят на воздухе, а может, кафетерия. Да, они едят. Едят? Да. Апельсинки в саду. Я представляю, если бы у нас так было все. Короче, люди здесь, конечно, учатся по времени столько, сколько они считают нужным. Особенно уже кто мастера получает. Они могут себе эти брать и брать, и брать, продлевать и продлевать. Эти академические отпуска. Кто-то уже потом с них уходит в декрет. Потом они продолжают опять учиться. В общем, это у них длится, может, и до 45 лет, и до скольки угодно. Я с психологом разговаривала. И она мне говорит: ты что, здесь вообще нет такого. Ты почему, типа, переживаешь, что вот уже насчет возраста? Да это, говорит, самый возраст, когда здесь люди еще только после получения бакалавриата еще только идут, думают, где еще бы поучиться, где еще повысить свои навыки. О, а там осень. Прям вот лично на той улице, прям осенний пейзаж. Пейзаж осени. Но мы к Юрику не пойдем, наверное, к Гагарину, да? Я его уже сняла. Вот, чем-то черным замазали, интересно. А можно с этим дипломом теперь идти его эквивалировать и получать любые или курсы, или формасьон профессионале. Граду медиу, граду супериор, типа он приравнен тоже к университетскому, но менее стрессовый, как мне сказали. Ну, не знаю, по-разному. В общем, я морально... Мы узнали, морально теперь подготовиться остается, чего тут да как, что тут надо просто до конца. Мы что, мимо этой руки да. никак не пройдем? Ну, где вот она? Где-то мы что-то ходим, ходим, она все время где-то вдалеке. Мы никак ее не заденем руку тут. Фонтанчики какие-то. Да, архитекторам здесь, конечно, нелегко. Здесь уровень такой прям архитектуры. Слушай, я так и знала. Вот он, эти вот странные крыша, видишь, говорю, странная. Это мы ее проезжали. Потому что вот мы ее проехали, остановка была там дальше где-то. Осторожно, тоже не окунись. Блин, как интересно. Ладно, мне сейчас это... Блин, все сидят на траве, занимаются. У нас... Только попробуй наступи. Штраф 5000. Ой. Никогда нельзя, дышать нельзя, пердеть нельзя, моргать нельзя. Ничего нельзя, желать нельзя, дышать нельзя тоже. А. Можно только то, что ВВП нам скажет. Кстати, вот вопрос по этому националидад. Те, кто меня, значит, смотрят, меня тоже спрашивали там поподробнее рассказать про университет, про эти условия. Мне в канцелярии, туда, куда я сходила узнать насчет амалогации диплома, они сказали, что мы, говорит, не знаем, вы съездите в университет по поводу того, что узнать про продолжение. Мне такое ощущение, что там негде пройти или только внутрь заходить. А, нет, вон куда-то, мне кажется, там, наверное, будет еще. Вот, в общем, никаких проблем. Я их спросила, говорю, а ничего, что вот у меня гражданство России, там, туда, все. Единственное, что, говорю, я уже у меня ВНЖ и резиденция здесь, и все. Он говорит, не, все, никаких проблем. Ну, это они так говорят. А потом, когда при поступлении, там, видите, разные у них бывают, там, раз, и центральный... Институт вот, де Сервантес где-нибудь в Мадриде раз и передумал. Вот. Ну, вообще, пока что все сказали, что без проблем. С паспортом российским, если вы... Может быть, если только вы изначально вообще здесь, не живя, оформляете визу студенческую, может быть, при этом могут быть какие-то, ну, не знаю. Это уже узнавать у них. Если будет у меня имейл, я вам оставлю внизу, напишу.
может быть, ну, писать на испанском, естественно. Ну, может, на английском задавать вопросы. Они потому что сказали, говорит, вам как удобнее информацию получать, на английском или на испанском, на кастельяно. Такие здания интересные. Кто-то здесь прям из архитекторов повыдрачивался. Хорошо. Проявил всю свою имагинацию. Наконец мы дошли до руки. Ух ты! Вот это нифига себе, как интересно они устроили. И крыши интересные. И вообще, ну, грязненько выглядит. Ну, блин, очень напоминает мне Сиэтл, пипец. Вот эти вот плетущиеся повсюду были. Вот такие же огромные пространства выстриженных этих газонов. Делай что-то. Вот это библиотека внутри, как красиво. А сейчас небольшой экскурс в Сиэтл. Вот как раз сняла небольшой кусочек, где были вот такая стена оплетенная. Очень похожа архитектура у этого университета. Прям мне напоминает западно, как это сказать, северные вот эти штаты, когда все очень минималистично, много зелени, много, ну, в общем, прям ассоциация у меня вот этот бетон и зелень повсюду, все оплетенное, все вокруг. Да, вот они, кстати, такие, целый лес засаженный прямо на мосту. Туда земля, что ли, засовывается, и там корнями все прорастает. В общем, очень красиво, но на тот момент, конечно, это все поливается дождями. И когда такое изобилие дождей, и от этого начинает страдать организм, уже было не до этой всей красоты, наверное, чтобы на тот момент это оценить во всей ее мере. Это город, сейчас я показываю Белвью, он рядом с Сиэтлом, находится через реку, через залив. Как раз вот это сейчас Сиэтл показывает, это залив, куда приходят все тяжелые грузы, кораблей. Разгрузка происходит для всего западного побережья США здесь. Один из самых крупных портов находится в Сиэтле. Вот, очень, конечно, красиво. Оттуда рядом прям постоянно выплывают лайнеры, которые катают вас до Аляски. Туда я уже не ездила. Вот. Интересно, конечно, понаблюдать, но жить бы я там, конечно, не хотела. Многие начинают спрашивать меня, что-то там не осталось. Но вот это не мое место абсолютно. Интересное, конечно, для посещения, но для жизни, для работы. Для работы хорошо, для жизни не очень. Мне там понравилось только чисто визуально. Повсюду на английском, на испанском, на французском. Так, это как раз... Господи, как это сказать? Статуя, знак Аликантовского университета. Так, это вот карта, которую тоже нам дали на руки, указав, куда нам надо идти. Если кому-то интересно, можете остановить, почитать, если вам куда-то надо конкретно. Кампуса. Эдифисио. Герман Бернасер. Центро коммерсиаль. Там что, центро коммерсиаль есть еще? Торговый центр. Да. Ауларио Генераль 3, Клаб Социаль, кафетерия. Да, это, наверное, то, что мы прошли, где они на открытом воздухе сидят, едят. Сегодня дождик был, уже все прошло, как будто не бывало. И когда-то мечтала я о таком. Я хотела в политех поступать в наш саратовский. Вот. С ним бы, конечно, сейчас... А, нет, нифига не было бы мне легче. Архитектура и политехнические все науки здесь надо амалогировать как раз, чтобы продолжать. Потому что у всех разные стандарты качества, стандарты стройки, стандарты всего. Просто так не переключишься здесь. Хотя тоже вроде цифры, да? Вроде как информатика бери и сразу продолжай. Нет, сначала амалогировать надо.